53 тысячи семей Мурманской области получали субсидии в первом квартале этого года. В бюджете на эти цели было заложено 550 миллионов рублей. Среднемесячный размер субсидий составляет более 2300 рублей. От общего числа семей, проживающих в регионе, субсидии получили 16%. Напомним, материальная помощь предоставляется в том случае, если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг больше доходов. Государственная социальная помощь предоставляется в виде денежных средств или скидки, начисленной организациями жилищно-коммунального хозяйства. Такой поддержкой в первом квартале 2015 года воспользовались 163 тысячи человек.